Мы рады витать вас на нашей гостеприимной белорусской земле. 10 утра. Департамент охраны встречает гостей из России и Азербайджана. Сначала традиционные угощения, затем дело. Первый пункт экскурсии – демонстрация возможностей. Мощная экипировка на груди милиционеров, бронежилет, видеорегистратор, рация. В машине – переносная лестница и инструменты. Кроме того, качественное обучение – главный критерий. Посещают и учебный класс, справочная информация, манекены, техническая база. Обмен опытом на наглядном примере. Следующая локация – питомник. На полосе препятствий показательное выступление. В центре внимания – служебные собаки. Кинологи делятся секретами дрессировки и взаимопонимания с четвероногими. Работают по принципу «кнут и пряник». Гости внимательно слушают. В планах передать новый опыт своим сотрудникам. Они сегодня посмотрели наше подразделение, посмотрели, как мы развиваемся, как движемся вперед. И также они посетили наш питомник служебных собак, где мы показали, что наши собачки умеют и какие породы у нас воспитываются и несут службу вместе с сотрудниками. Здесь собаки не домашние животные. Их долг – нести службу. Порода – немецкие и бельгийские овчарки. На базе тренируют патрульно-розыскных псов для поиска задержания преступников по запахам и следам. Содержат помощников в вольерах. Материально-техническое обеспечение отдела охраны на высоком уровне. Технические возможности позволяют брать и объекты, и квартиры граждан. Подготовка людей, в том числе, как мы сейчас с вами убедились, и животных, тоже на высоком уровне. То есть это люди, которые готовы обеспечивать безопасность граждан и покой в городе. Обмен опытом состоялся. Делегация покидает департамент охраны. Международные связи – важный элемент плодотворной работы. Еще более тесное сотрудничество – вектор на будущее. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.